Обещаю. Да. Так, всем привет. Сейчас буквально еще последняя секундочка подготовки. Да. Стрим у меня опять так и называется «Шинкую трогов». Ну и ладно. Кто же еще будет трогов шинковать, правильно? Так, отличное начало, да. Отличное название. Так. Давайте-ка я сразу пойду в Whitespring. Сразу очень хочу посмотреть, что у нас там в магазинчике. Так. И... магазин. Здесь будет что-то интересное. Набор «Союз». В него входит костюм солдата-северянина. Ничего себе. Рюкзак «Союза». Набор написанных мелом букв. Нет, правда? Не может такого быть. Сейчас я сначала посмотрю, что входит в набор «Союза». Так, значит, шлем. Белая стальная бочка, синяя рюкзак тот же самый. Какие-то это. Это что такое? Юнион. Окраска для пибоя. И все. Подождите, шлем «Союза». Рюкзак, бочки. А, костюм входит или не входит? Офигеть. Входит или не входит? Ладно, главное вот это. Вот это вот точно надо брать сразу. Красное платьишко. И набор написан. Вау. Нет. Ничего себе. Действительно. Да. Набор революционера давно не было. Вот так раскожаженный факел. Прикольно. Так, что еще тут у нас? Костюм рейдера под лица со скидкой. Я не знаю. У меня набор для кампа Анклав. Стойка для оружия. Вот это вот надо взять, мне кажется, в таком стиле. И набор для кампа в стиле Анклав. Блин. Обои офис Анклава. Турели. Ладно, это еще 6 дней будет доступно. Так, я побежала в свой камп. Попробую сейчас его активировать. Господи, ну какая же я молодец. А где у меня еще камп-то есть? А вот это вот, кстати, тоже вымораживает. Но мы не можем активировать ваш камп, потому что место занято. Пытаешься другой активировать. Он говорит, с момента активации вашей предыдущей камп прошло слишком мало времени. Так, все, пошла. Так. Уж не знаю, как я буду. Себя чувствовать. Но я пошла. Я имею в виду, как я буду себя чувствовать в Пите в этом платьишке. Но мне кажется, прикольно будет. Так.
Платья. Для таких сумасшедших любителей одежды нужно еще и, как я, надо еще и это делать. Чтобы последнее платье было где-то в самом начале. Красное платье в горошек. Ну круто же. Даже пока не буду к нему ничего искать. Так, просто платье. Ну-ка. Ну, шикарно же. Можно и впит. Все вообще. Мне нравится. Только надо другую эту маску. Одежда, костюм. Вот, красную бандану нужно. Вообще, вот все, шикарно. Как мне нравится. Наконец-то платье хоть какое-то, а? А то все время, блин. Так, и с набором букв давайте разберемся. Что тут за буквы? Блин, прикольно, действительно буквы. Маленькие, ужасно, правда. Да, кстати, смотрите, что у меня есть. Вот, ну что написать-то тут? Ну вот я свое имя напишу. Ой. Оно в текстуру провалилось. Подождите, а может ему нужно электричество попозже? Я не знаю, на чем его тут писать. Подождите, а где же написать так, чтобы была более-менее ровная стена? Давайте вот здесь вот напишем. Не-а. Ну, вообще, зато прикольные такие эффекты. По-моему, здорово. Для каждой буковки, правда, нужен бетон. Вот, нормальная такая надпись. Мне понравилось. Можно на почтовом ящике что-нибудь написать, еще где-то там также примерно. Так, да, мне еще надо определиться с костюмом Союза, потому что, блин. Модифицировать. Пинбой надо какой-нибудь красненький, да? Конечно, да. Красный груза. Ряд. Наверное, такой.
Все, никого нету, я тут одна. Ну и ладно. Я не знаю, мне брать набор этот последний вот. Я не совсем поняла, но тут четко написано, что вот в набор Союз входит шлем, но не написано, что входит костюм. Вот это вот что? Если это только шлем, то это вообще как-то. Но здесь написано, входит шлем Союза. Три бочки, рюкзак, какие-то непонятные мостики. Слово «Союз» и окраска для... Костюм солдата-северянина. Я не знаю, я в раздумье, короче. Еще подумаю. В принципе, вот это вот набор для строительства, он, ну, стыкуется друг с другом. Бочки, блин, я вообще не понимаю. Команда экспедиция. Я, может, пойду? Ты пойдешь? Хорошо. Тысяча четыреста. О, пошел человек в пит. Я тоже тогда. Ладно. Так, ну надеюсь, что все будет хорошо. Наверняка у меня будет куча возможностей подумать, брать или не брать этот костюм. Лиззи НЛД. Ну же, Лиззи, запрашивай. Выход. Touching down. Hey, it's Hex. Thanks for the help last time. I mean it. I'm not trying to butter you up or anything. Just, well, meet me in the pit, and we'll go from there. Непрактичный, конечно, костюмчик у нее. Так, давайте посмотрим. Руководство по тайным операциям США. У меня будет еще 16 минут действовать. Поэтому я пойду... Поищу чушечки тут спокойно. Здесь нет. Кстати, графику все-таки немножечко вернули, подкрутили обратно. Да, сразу после обнова была прямо вот ужасная. Ой, в ловушку попала. Так. Я пока не нашла ни одних этих чушек.
Ни одних чушек. Ну, ни одних слитков. Вот такие вот, я так понимаю, предметы. Так. Сейчас, наверное, мне дадут награду, которая еженедельная будет. Ну, сейчас же неделя обновилась, значит, должны дать еженедельную награду. Ну, там, в принципе, нормально справляются. Я попробую еще походить. Здесь он не залагал у нас тут. Надеюсь, у нас саботажник не залагал. Первый этот, и он никуда не двигается и не, ну, не болеет. А, второй что? Ты вот так хорошо защищаешь. Чувствую себя лишней. Блин, платьишко меня радует, а его я увидеть не могу. Да, темно, я вообще себя не вижу вообще-то, если честно. Тут так-то как бы вид от третьего, ой, от первого лица. Виктор, ты сколько чушек нашел? Чушек нашел? Нисколько? И я что-то ни одной не нашла. Поздравляем. А я что-то и не знала. Подождите, мне надо посмотреть, какие ежедневки вообще. Так, выполнить ежедневное задание. Так, жевательную резинку надо? Thank you.
Может, тогда после этого дам. Ну, сейчас они тут еще побегают. А пока тут еще фанатиков поищу. Вообще ноль. Я нашла ровно ноль чушек. Я только несколько мест прошла. Остальные не прошла? Спасибо. Подожди, а где? Так. Позови меня, я приду. А, все. Давай проверим. А где здесь она лежит? Сверху? Фу ты, господи, я не знаю, я их ищу вот здесь, вот все время внизу. Я перепутала с каким-то другим местом. Здорово, спасибо. Да. 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 Нет. Я вот с этим местом перепутала. Но если мы нашли уже три, ну то есть в смысле ты нашел уже три, то больше, мне кажется, без толку искать. Больше трех мы еще ни разу не находили. Хочу вон туда на крышу залезть. Смогла. А, вон туда уже нельзя. Смогла залезть на крышу, а вот дальше не смогла. Видишь, я где? Ну, видимо, да. Вы сделали достаточное количество фоток. Ну что ж такое? А чё у нас лидер команды-то не идет? Может, он пытается найти слитки, которые мы уже нашли? Хотя написано, что на один уже. Fighters are in there somewhere, probably rotting away in guarded cells. There's got to be a warden with a key. Hunt him down, take the key, and use it to free those prisoners. Yeah. Oh, and they might not keep them all together, so look around. Make sure you don't miss anyone.
Давай. Спасибо. А мне надо последнего фанатика убить. Да, почти. А в протектатрон фанатиков не считается, только сам фанатик считает. Так, у нас химлаборатория, там канал. Что здесь такое? Здесь два места. Выше. Одно прям... наверху. Так, осталось найти только припасы, да? Ну и освободить пленников, естественно. Ой, я припасы слышу. Да, все взяла. По звуку. Я не знаю, где тут вход. Так, ну, в принципе, все. Готово. Что найти? А, блин, забываю, я все время про этот ход агент. Хотя, на мой взгляд, один из самых интересных моментов, когда надо тут все заморозить. Взял и заморозил мою любимую заморозочку. Как так можно? Та моя будет, вот эта вот. Ее не трогать. Так, ну все, осталось последний. Я думаю, можно уже не особо суетиться. Ух ты! Ух ты! Сколько всего для изучения. Я думаю, да. Главное, чтобы у меня были... Да. The founder fanatics won't mess with us again anytime soon. You're a hero, pal.
You brought us the time we need to regroup and live another day. Head on back to the pen for a debrief, but don't let your guard down. Never let your guard down. Ничего, так тут и будем сидеть. More trogs coming. You need to get back here pronto. Я разговариваю со зрителями. У меня просто активных зрителей нету, которые писали в комментарии, поэтому я с ними разговариваю телепатически. Так, погодите. Ничего себе. 16 минут уже в этой операции. Кажется, так быстро-быстро. А у меня оставалось 16 минут до окончания действия журнала. У меня на час. Я когда сюда пришла, проверила. Надо будет засечь в следующий раз. Мы каким-то очень долгим путем тут пробежали. Я не знаю. Плюс 3 трога. Больше нет. Никаких трожек. О, еще один. Ой. Так он умер, ведь, да? Тогда не буду включить. Ну. Thanks for your help again. Детеныш трога. Трог пожиратель есть. Больше никого не надо? Интересно, а если у меня будет фотоаппарат в руках, я какие возьму? Как? Да, взяла. Выходим, ты кого-нибудь пристрелишь? Ни одного. Да. Да. Нету никого. А зачем? Нет, 10-миллиметровые патроны, 308 калибр. Я-то думала, будет пленочка для камеры.
Да нет, не нашла. Где-то они тут бегают. Независимо от меня. Так, ну все, сейчас, наверное, можем будем отсюда уходить. Да, сейчас я посмотрю. Вот у этой персонажки есть воинские сладости. Все. Вроде получилось. И что нам дадут? 8 марок. Блин, мне ничего не дали. Во сколько это обновляется? Каждый раз в неделю они будут давать какую-то награду. Может, в 8 вечера, как ежедневные операции? Михаил, привет! Тебе привет от Виктора. Ничего себе. Да так, немножко мне камп подразрушили, злодеи. Надеюсь, это был не ты? Главное, не помню, где этот хранится. Чинилка для кампа. Где-то же тут вроде бы была. А, вот она, да. Починить все постройки. Нехило так. Так, значит, Виктор, ты ко мне или я к тебе? Тогда я сначала в Центр медицинских исследований Волтек. Так, вот так вот мне надо. А ты отслеживай ситуацию с экспедициями, ладно? Что у тебя там за звуки? Заряд ультрабатареи 50%. Пойду в торговый центр Уайтспринга. У нас пришли новые люди, которые... Ну... Не ходили с нами в экспедицию. Ты купил эту бочку? А. Для красоты. Сейчас приду к тебе смотреть. Так, а здесь я что-нибудь могу взять? Так. Я к тебе, да? Скаут, привет! Стрим по Fallout'у, да. Простите, что не сразу отвечаю на комментарии. Я просто... Ну, у меня все сбоку. Иногда так увлекаюсь игрой, что не успеваю читать. Ой, Виктор, а у меня вот более подходящее одеяние. Смотри, платьишко. Минутка романтики в стиле Fallout. Оп. Ой. Как мне отсюда выйти? Я не могу отсюда выйти.
Все, мы застряли. Каждый раз, когда я пытаюсь выйти, у меня работает, что типа я должна с тобой... Вот эта вот бочка? Да, шикарная награда. Подожди, но за атомы же точно такая же. Подожди. Или там бочка Союза? Боюсь щелкнуть, а то случайно куплю. Застрял, да. Да, хороший грузовичок. Я поняла, о чем ты говоришь, скаут. Мне тоже такой есть. Из багажных бирок. Он у меня где-то был. Яростный называется, по-моему. Так, сколько штук? 25 хэллоуинских сладостей. Двадцать шесть. Забирай. Эй! Так, все, съесть довоенную пищу выполнено. Так, идеально желательно, резинка съедена. Какое тут у нас еще? Да что ж такое? Почему я так медленно делаю-то? Так, мне надо Волтек, центр аграрных исследований. Сколько лет я хочу пистолет воителя, а мне падает одна фигня. Подожди. Пистолет воителя, он же как бы... Его надо сначала купить. Схему, а потом тебе уже будет падать. Схему на него надо купить. Ведь так? Или схему только на модификации надо покупать? Пистолет воителя. Блин, я честно вот не помню сейчас на из ежедневных операций пистолет воителя. Схема падает. Блин. Я не помню тоже. Надо посмотреть мою же статью, в которой все это должно быть написано. Так, теперь мне надо найти медицинский справочник. Сейчас я выполню, кстати, квест. По зарядке батареек для Пита. Ой, а где медицинский справочник? Выше, что ли, да? Так, ну все, пойдемте поговорим с медиком спасателей в пристанище. Блин. Да, я не помню. Вот я смотрю сейчас, у меня. Награды из ежедневных операций. Да вот я проверяю. Так, 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 так. The White Springs decor is refined and decadent. Don't listen to any naysayers. A veiled threat from Orlando the other day telling me they'd reprogram me if I'm not more positive. Yeah.
miscreant from Crater scratched my chassis on the way in. How rude! И тем, как я отдавал бирки, пишет скаут, я про себя подумал, вот было бы прикольно получить дробовик. Я бы с ним сыграл какое-то время, а мне он выпал, и я с ним несколько экспедиций прошел. Oh, how are we going to accommodate so many guests? Его нельзя модифицировать, да. Вот, нашла свою же статью. Можно в качестве награды за прохождение ежедневных операций сам пистолет-двоителя получить. Все верно. Да, это модификации надо покупать. Сочувствую насчет того, что не можешь выбить пистолет-двоителя. Так. Рокер сказал, что будет искать тебя. Вы смогли найти госпитальный гайд? Да-да-да. With this, we might be able to turn our little clinic into a proper hospital. Getting this here means so much. Конечно, у всех разные операции. Ну, не вот прям сильно разные, но немножко разные. И сами экспедиции немножко разные, и... Так, я, в принципе, готова. Я лидер команды, команда называется «Экспедиция», я готов, Пит. Точно? Ладно, из огня да в полымя. Так, из огня да в полымя. Сейчас я гляну по биркам еще. Ой, по маркам. Так. You should have met my mom. У меня 85. В принципе, хватило бы на кровавленную, ну, на огненную модификацию. Но мне так жалко на нее тратиться. И я думаю, может, еще 10 минут подождать. Через 10 минут будет 8, может быть, и неделя обновится. Да? Ну все, тогда я начинаю. Угу. Зато готовка еды прикольная, пишет скаут. Я теперь су-шеф личный французского повара. Ты молодец, мне тоже эта миссия приглянулась. Мне кажется, она меня каждый раз заставляет поволноваться. Вот, Виктор, я случайно выбрала не то. В следующий раз. Просто на автомате. Надо было из огня да в полымя выбрать. Ты все время самое первое выбираешь. Touching down. Hey, it's Axe. Skippy said you're coming back. That's good news. Down here. Let's meet up when you're pit side. Тем более у меня это задание су-шефа каждый раз заставляет поволноваться. Так, я максимально быстро все делаю. Так, ставим таймер. 19:56. Да. Я могу даже записать. Так, привет. Hey, I'm out checking in on her. I have to keep doing the. He could use an S. You're here to help. Я хочу помочь, да. He's got my back. Thanks again. Сопровождающий. Keep him alive while he carries. All right, I need to get. Так, где у нас саботажник из Союза? Who are you? Блин, ладно, морской лев. No one else would. Да я за... Думаешь, я читала, что она там мне говорит? Она сказала, скажи ему пароль. Думаешь, я его запомнила? Угадала. Но он скажет, это правильный пароль, но он был вчера. Мы знаем... Так, скаут написал, что... А вы в курсе, что здесь могут заспавниться с... чушки. Сушки, хотел сказать.
Вот, на самом деле они могут заспауниться в огромном количестве мест. Здесь. И сейчас Виктор как раз бегает, их собирает. До 3 удается собрать, если повезет. Поэтому я тут буду сейчас стараться, наверное, ходить одна. Лечить всех. Да. Так, про автотопор просили прочитать. Дополню, что зверожогов также быстро забревает. Зверожогов? А зверожоги же, ну, они же как бы, ну, летают. Как ты до них допрыгнешь? У меня тут этот косплей от этого саботажника, пацан из команды. Вот так вот я выгляжу. Наверное, очень внушительно. В красном платьишке, с бензопилой в руках, с каской. Нормально? Вообще просто красотка. К нему даже подойти не дают. Пошли дальше. Не стой. Пошли. Не бойся, я тебя прикрою. Все будет хорошо. Чё, еще даже это, присел. Бандажник, конечно, хрупкий немножечко. Ну, наверное, ему нельзя лишнее там чего-нибудь носить. Вдруг подорвется. Короче, надо будет попробовать зверожогу с автотопора. Скаут хвастается, что он купил электрическую модификацию. Я все равно буду брать огненную, потому что, видишь, я довольно-таки много лечу. Сейчас для этого использую бензопилу. Так. Я его оставила. Там у него, в принципе, есть охранники. Дойдет он сам до безопасного места. А я пришла уже к Гекс. Saboteur is safe. That's great to hear. Meet me back at our base in the pen, and we'll go over the next part of the battle. Привет. Hey, you showed them up again. Все хорошо? They've got union fighters locked. Find out where they're. Thanks for doing this for us. Ни одной чушки не нашел. Ну ничего страшного. Watch yourself in there. Больше 3 нету. Да, мне тут недавно объяснили, что он, оказывается, не просто так батарею пинает, он ее так чинит. Так, ну все, 3 чушки у нас уже вот есть в начале. Так. Так, а еще скаут написал, что профсоюзные взносы намного лучше, чем траншея. Согласна, но в траншее там свой особенный шик, там прикольно бывает. Clever, huh?
Так, не расслабляемся, я захожу. I know my fighters are in there somewhere, probably rotting away in guarded cells. There's gotta be a warden with a key. Мне кажется, три чушки как раз вот это вот максимум. Пик пришла. Просто на самом деле мы хотели пойти в траншею, потому что, ну, не в траншею, точнее, а в огня, да в полуме. Это еженедельное задание. Выполнить траншею. Поэтому пойдем сейчас. Так, ничего, надо тут победить фанатика начальника тюрьмы. Ключ на Стоп. Я слышу их. Все, припасы нашла. Я думала, кто-то из наших идет так целеустремленно передо мной куда-то там. Так, одних мы освободили. Блин, пулемета, конечно, больно мучит. Так, ну вы тут как-нибудь дойдете, да? Вы молодцы, я в вас верю. Удачи. Так, это не тот контейнер. Even if they do manage to keep the foundry today, halting production would strike a huge blow. Get in there and find a way to wreck that equipment. I'll radio with more instructions. Чушки нашла последние, все. Да, теперь буду искать выход. Да я бы не против, но я его очень плохо нахожу. А, вот, я за этими пойду. За рабочими. Мне кажется, они знают дорогу. Вот, они все вместе собрались и куда-то бегут. Да, точно, они к выходу прибежали. Да, вот, все. Вот молодцы. Последний вообще красавчик. Такой деловой, все. Выходите, давайте. Чего вы тут встали? Выходите. Вот, дверь. Все, я не смотрю, выходите. Все, вышли. Все супер. И дорогу еще мне показали. Круто. Так. Да, они молодцы. Так. Скаут тут пишет. Прикольно, что звуки и ящик припасов Союза взяты из ядерной зимы. Ай, блин. Я пока читаю комментарии, меня тут мочат. Так, мне надо избавиться от знака опасности. Ой, у нас еще одна девочка тут потерялась. Все, нашлась. Дольше всех шла. Мне тоже кажется, что повторное использование, в общем, так, все, я выхожу, да? Повторное использование звуков каких-то механик, прикольно. Вот я не помнила, что эти были звуки из ядерной зимы, я туда не так часто ходила. Ну да. Посмотрим. А, нет, я одна не пойду. Мало ли что, у меня сейчас миссия по защите, поэтому я слабенькая. Я вас жду. А, все, ты тут, точно? Хватит обманывать. Все, блин, я уже зашла. Нет, сейчас.
Да, по-глупо. Где вам? Ты что тут делаешь? Что одно стоит? Что ж такое, а? Хватит уже. Пришла к трогам. Так. Выполнила. Привет, Уокер. Вот твои слитки. И вот твои припасы. Мне надо еще с этой поговорить. С Гекс. Ну, кто-то там из них пищит. Мы свою миссию выполнили. Fly safe, and don't bring any of those things back with you. Так, все, да. Оружие правильно? На финал. А я в платьишке в красивом. Я возрождаю палача. Мы готовы, да. 14 минут. Мы молодцы. Постепенно, да, добить 100 трогов. Схема. Облик охотничьего карабина «Союз». Это неплохая, действительно, схема. А Виктору дали какую-то фигню, да. Ну, в общем, значит, мы теперь опытным путем выяснили, что в 8 вечера еженедельки обновляются. Так. Насчет троллерубка Виктор уже сделал. Он постепенно, не в одной сессии 100 убил, а так, постепенно. Я еще пока не сделала. Так. Ну что? Виктор, а у тебя готово? Давай. Что? Давай, я согласна, но другой персонажки. Ну что, это уже все сдала, что могла. Куда? Давай. Я сейчас сделаю эту дурацкую ежедневку. Ой, это дурацкое событие. Мне кажется, оно самое быстрое, если уж тем более я в этом райончике. Мне надо схему не забыть изучить сейчас. Готово. Да что ж такое? Что ты за мной ходишь? Хватит, все. Да, запускай, скаут, обновили они. Вот в 8 вечера точно. Ну, награду еженедельную. Музычка тут какая приятная играет. Так, вот да, центральный компьютер. Да, я скоро пойду. Потому что я ежедневное задание для гонки не сделала еще. Так, и... Так, я лидер команды, я тогда ее
Но цель меняю на обычную. Так, я получила броню Союза. Силовую, какую-то часть тела. И облик охотничьего карабина Союз. Прикольно. Так, это мне пока нельзя брать. Это у меня уже максимум это взяла. Это пусть будет. Пол в стиле катакомб. Ну ладно. Откуда у тебя 17 тысяч атомов? Или мне показалось? Ну я вообще-то как бы... Как это ни странно звучит, стример. Рассказываю про игру. Вот. Считаю это журналистское вознаграждение. Действительно 17 тысяч. Так. Охотничий карабин. Мастер. Короткий охотничий карабин. Угу. Ружье разведчика братства. Кстати, надо посмотреть, что за ружье. Короткий охотничий карабин. Дайте просто посмотрим. Модифицировать. Так, внешность по умолчанию. Замаскированный. Новогодний. И окраска Союз. Стильненько! Но этот карабин, он, конечно, ужасно. А ружье так, а вот к нему. Вот ружье разведчика братства, окраска Союз на него тоже наносится, кстати. Вот это вот уже поинтересней. Ну-ка, как он работает, как он выглядит. Нормально так. Логотип Питтсбург. Альма-матер, может быть. Не понимаю. Надо потом будет посмотреть. Так, и ружье разведчика братства. Здорово, что союзная раскраска для него есть. Вот. Я не знаю, кого, правда, из них мочить, из него мочить. Тараканов, наверное, только издалека. Но я думала, я люблю всякие окраски. Так. Медицинский пистолет воителя, кстати. Так. Укрепленный ресивер. Так, глушитель. В принципе. Ой. А ружье разведчика братства нельзя сделать легендарным. Не знаю. Это, по-моему, одно из немногих видов оружия, которые нельзя сделать легендарным. Ладно, разбираю я его. И это тоже разбираю. Так.
Так, ну что? Смотрим ежедневки. Аудио, голозапись. Ну, вот мастерскую могу еще захватить. Блин, все мастерские захвачены. Доли соц вот свободная единственная. Подожди. Скаут говорит, вот бы тот Говард сжалился и дал бы мне плащ траншеи. Я его уже купила, накопила марок и купила. Давайте я его покажу. Ну, в принципе, вот он у меня есть при нормальном освещении. Я прям цеплялась ко всем проходящим событиям и заработала. Вот, пожалуйста. Не надо просить у Тодда Говарда, как это называется, ждать погоды. Вот он есть. Так, стоп, я где вообще? Чудо, я не пойму. Заблудилась немножко. Раньше ведь сюда как на работу, каждый день ходили. Ну, значки зарабатывать вдоль солнца. Так. Но я тоже за тебя буду, как это называется, держать. Что там держат-то? Ой, блин, как я их не люблю. Это вот фигня, которая запросто меня может убить сейчас. Вы можете захватить, но сначала надо, блин, уничтожить врагов. Легендарный светящийся трехуровневый туманник, блин. Да. Этот вот не легендарный, но, блин, тоже страшный. Вот сюда залезу. Мне, в принципе, не очень страшные, блин. Он еще и мутировал меня. Три обоймы, по-моему, да. Из него я вытащила один гибельный, блин, арбалет. Одноуровневый. Так. Уничтожьте врагов локации. Сейчас будет последний. Никаких ОД на вас не хватает, блин. Скаут, видимо, пошел проходить эти задания. Так. Нектор, ты когда будешь готов? Кто? А, я сейчас приду. Мне хочу посмотреть обязательно, да. Мастерская захвачена. Аудио, голозапись я возьму другой персонажкой. Миневр где? Что? Ладно. Так. Говоришь, пленку для камеры нужно. У меня не очень их много. А где они? Сколько? 12 хватит? 25.
Ладно, я пошутила, у меня их 50. Держим. Пойду к Минерве. Минерва. Неужели я правильно тебя назвала? Броня секретной службы реактивный ранец. Не знаю. Так. Ну ладно. И правда, чуешь я тут. Вместительная броня секретной службы. Это для туловища. Она ведь параллельно вешается с ранцем или перпендикулярно? В один слот или в разные? Так. Криогенный клинок для боевой. Глифы можно взять. Вдруг захочу побаловаться. Ладно, надо только их не забыть и изучить обязательно. Я в прошлый раз две взяла по глупости. Так, ну что, куда дальше? Так, Виктор, сколько у меня времени? Ну, вообще нисколько. Прямо сейчас я бы хотела пойти. Хорошо. Я тогда немножечко реорганизую своего персонажечку. И ты делаешь еженедельки, что ли? А, заряжаешь батарею. Так, я тогда меняю персонажку, что ли? Да? А так, ну, можно? Ну, я сейчас попробую. Тогда я сейчас попробую. Я вот, кстати, сейчас тогда проэкспериментирую. То есть, если мы прошли до 8 и после 8. Просто мы закончили-то в начале уже 9-го. Да. Ну хорошо. Я очень хочу поверить. Так. Где у меня тут лагерь? Верю. О! О! Ура! Они доступны! I got a veiled threat from Orlando the other day telling me they'd reprogram me if I'm not more positive. I
wish they'd tell us what all of those construction workers are up to. Look at what a mess they're making. Так. Ты где? А, вот он, только. If you got a spare moment, I could still use some help with that survival guide. That's я с радостью помогу. Нужно опять купить найти Астру, хотел сказать, купить. О! You seem like a reasonable person. Perhaps you can help us. Ты не поможешь решить нам один спор? Помогу. Привет. Разногласия, так. My colleague here wants to throw the trash away outside, or it'll sit around for a million years, ruining what's left of the environment. And he wants to burn the garbage in the hotel's generator. The Mr. Janitors clean up after the hotel guests, but since the responders moved in, we're officially supposed to do our share of the chores. Plus, I don't know if you've taken a peek in the dumpsters, but I'm not sure the robots really get... Да, роботы не очень понимают, что такое мусор. Как вы думаете, сжигать мусор удачная идея или нет? Куда его выбрасывать? Мне кажется, его нужно выбрасывать, и потом, может быть, когда-нибудь мы сможем его перерабатывать. Вот. Oh, thank you. I can't believe we have to have this argument every other week. Oh, I'm sorry. I guess I'm the only one around here who cares about saving the planet. Вот. Whoa, that sounds like a whole lot of extra work. Yeah, we asked you to help solve our problem, not give us more chores to do. Да, мы попросили. Oh, geez, when you put it like that. Тебе решить одну проблему, а не наваливать нас новые. Anyway, break's over. We've got to get back to it, but thanks for the help. Простите, мы сами спросили. Я вам честно сказала, что я думаю по этому поводу. Так, послушник, у тебя синие волосы или у меня галлюцинации? Где найти Астер? Подскажи мне. Загляни в дикий рубеж, дворец извилистого пути. Хорошо. Пока. Так, а тебе что нужно? Пожертвование. Так, давай посмотрим. Нужна пластмасса. Хорошо. Действительно, никто же не таскает с собой пластмассу необработанная. Ой, а как она называется? Формованная пластмасса. Вот пластмассы у меня, кстати, не очень много. 899. Glad to see you've returned. Are you ready? You do? Вот, с трудом удалось раздобыть. As usual, I got a gift for you too. I'd love to see us keep. Ладно, зато я благодаря ей немножечко подзарядила свой. Сейчас буду готовить. Я заранее в панике, но я справлюсь. Теперь я это вообще, можно сказать, как орешки щелкаю. Бонжур! Да, я это сделаю. I was able to get the ingredients for the venison and cherami once again. Soon, all of... Just to remind you, we'll be getting tetos, venison. Super! Let's have you start. Ой, надо сначала перемешать, я вспомнила. Погнали, я готова. Хватит болтать, что там?
Фантастик. Хорош. Let's get the first of the ingredients and prepare them. You're looking for Тошка. And the pièce de résistance de Venison. Морковка. There's no problem too big to solve. А где же оленина? Наверное, дальше. Дальше по коридору. И оленина. Они решили ставить ее на видное место, да? Это помоем. Это нарежем. Это отобьем. Мешать не буду. Блин, не хочу я. This is smelling delicious. Let's add more flavor. Миска с черным перцем. Вот черный перец. А сольку я видела где-то тут, да. Черный перец не взялся. Все положила. Superb. Всем. Now that your stew is done, it is time to add your own special touch. I could really use a drink. Добавить специи, стимулятор. Ну, давай стимулятор. Here is your finished stew. Now it is time to feed some of the hungry. Я наматывал рейдеров нафиг и делал им лютый кишкотряс. А что ты добавлял? Скаут написал. Так. Пойду давать рагу. Так, ясно. Мне, в принципе, без разницы, кого кормить. Так. С этим я справилась. Давайте подумаем... Где у нас тут астры? Почему отдаешь суп дебилам рейдерам? Спрашивает меня скаут. Скаут, потому что... Если честно, я понимаю, что поселенцы, они вроде как добрые, хорошие, а рейдеры плохие и противные. Так, подожди, а куда... куда... Подожди, сейчас. А. Но если посмотреть... Ну, не предвзято, да? Сидит девица на лавочке, без перерыва, все время. И говорит, дайте мне, пожалуйста, поесть, я такая голодненькая. А сама подойти к этой Эсме, к повару, не хочет. Понимаешь? Поэтому я стала давать рейдерам. Ну, еще по одной причине. По той причине, что она не всегда берет. Она, ну, скажем так... Я не знаю, иногда в нее тыкаюсь, она не берет. Да, с радостью. А рейдер всегда говорит, ну, спасибо. Она еще таким трагическим голосом говорит, ну все, теперь нам будет что покушать. Хотя все это время сама сидела, в общем-то, в двух шагах и могла бы приготовить и хоть что-то сделать для того, чтобы покушать. Так. Я сфотографировала двух светящихся ротов-шахтеров. Так, автомат по продаже боеприпасов. Как тебе такая формулировка, скаут? Не задумывался об этом? Да, она хорошенькая, чистенькая, симпатичная. Сидит такая, ну, несчастненькая, да?
Да ну, я не люблю лентяев, которые выпрашивают что-то для себя по причине того, что они хорошие, скажем так. Так, где Астра? Прям вот 100% есть, кроме дворца Извилистого Пути. У кого? Он сказал, в дворце Извилистого Пути. А, там навигатор будет работать. Скаут говорит, ну я все равно буду отдавать Апорису. Но я тебя, в принципе, понимаю, она симпатичненькая такая девушка. Несчастненькая, хочется ее накормить и как-то приголубить. Правда понимаю. Ну, в принципе, да, всем жителям опоры. Но вы меня прям за... Как это называется? Застыдили, да. На самом деле, я через раз... Иногда ей отдаю, иногда ему. Она у меня пару или тройку раз не брала, я стала отдавать рейдер. В принципе, спасатели не конфликтуют с ними. Я думаю, что это говорит о том, что у нас более-менее адекватные рейдеры пока еще в Апалаче. Если их хорошо кормить, может быть, в будущем они не станут такими отморозками, как в третьей части. Так, отчет по безопасности воды, это не то. Так, ну все, теперь можно вернуться к Скиппе. Welcome to Survivor Stories. I'm Dasa Ben-Ami, a responder. I've been working with the responders for a couple of years now. Ты репутацию через фотографирование качаешь в опоре? What wasn't easy was the work. Rebuilding Appalachia from the rubble while survivors flock to us regularly from all over. Здравствуй, Скиппе. Have you found everything yet? So many have come and gone. Excellent work as always, sport. I knew I could count on you. Whenever you're ready and able to... Так, ну все, я в принципе зарядила батарейку. Могу попробовать еще раз сходить. Теперь уже... Ой, Виктор, ты уже на ежедневке. Подожди, ты уже точку Браво зачищаешь? А ты что меня не позвал-то? Подожди. Ничего я не видела, я тут, блин... Я даже не знаю, как отсюда туда пройти. От входа. Ой, да чтоб тебя. Все, я в области цели. We have big plans. We can do so much to help. Молодец, молодцы, все-таки раньше вот были спасатели. Не знаю, как, конечно, все закончится. Дальше. Ну, они же старались, помогая. Ой. Здесь у меня где-то бегает один. Добегался. И там. Team,
Райли Торчет. Этим я по нему хотя бы выстрелить. Ура! Я сейчас по нему выстрелю! Не, подожди, я лучше сначала тебя, Виктор. А, блин, а что ты мне не сказал раньше? Забыла, что... Я дико извиняюсь, Виктор. Давай так, ты берешь его на себя, а я друзей. А, ладно, фикси. Нормальная пушка, даже без модификаций. Не пушка в смысле, а как это правильно сказать? Я знаю, что я потеряла 200 патронов, поэтому я и сказала фиг с ним. Так, ну что? Редкие награды. Ценность наград зависит от скорости выполнения операции. И... схема вывески Nord. Достаточно редкая, да. Так, телепорчусь. Что будем делать? Я не буду сейчас ничего брать. Я же... Виктор, я же сказала, что... что этой персонажкой ничего не возьму. Я только пришла. Что там? Плюс 5 килограмм. Спасибо. Да. Так. Вкладку. Угу. Виктор, я тут выложила почти 100 железнодорожных гвоздей, если вдруг понадобится. Сколько у меня всего? Два ядерных блока, если надо вдруг. Так, а тут у нас что? Тоже кто-то что-то. At your service, да, ma'am. Так. Так, а какую вкладку мне создавать? А, все, поняла. Менять цвет команды, да? На экспедицию. Вот прикольно будет, если сейчас не получится. Так, все, я вышла, создаю заново. Ну, я не знаю. Все, я создала команду экспедиция. Ты откуда я знаю? Начать новую экспедицию, профсоюзные взносы. Я взяла это с того, что ну, неизвестно же, как точно все работает. Блин, никто не хочет со мной идти, даже Виктор. Так, этот скаут написал, что выпало вывески галереи в долине. А за этот, за экспедицию что? This way. No
no time to lose. I've got another tip. Так, что нужно сделать? Anyone navigating the trench needs gear. Снаряжение, маски и медикаменты. Хорошо. Потайной ящик, оставь припасы там. Я передам их беглецам. Хорошо. Чё? Вообще пропал? Больше нету ядерного блока? Ни одного? Тебе скинуть? А. Я не знаю. Так. Медикаменты для траншеи. Медикаменты есть, медикаменты есть. Еще один фонарик есть. Так, и в них. Одна маска для траншеи есть. Что тут происходит? Спасибо. Do you go hiding among the other garbage? Тоже взяла маску. Вот эти вот беспонтовые, мне кажется, в них нет. А вот в разведчиках они, да? Ой. Маски надо где-то... Да, вот сюда. Хотя, погоди, это что? А, да, это нужное место. Они тут типа спрятались. Маски... И медикаменты. Все готово. Да я хочу, я не знаю, где он, пока указателя нет. Он, может, тоже же переместился куда-то. Я, честно говоря, не уверена, что он все время в одном месте стоит. Еще недостаточно было. Я думаю, что по аналогии, теоретически, эти... Я забыла, ошейники или что там бабушке нужно было? Теоретически, надо, можно быть, и в траншеи должны быть, если чушки есть. Так, все. Привет, Данила. Давай мы с тобой будем... одинаково выглядеть. Ну?
Не хочет со мной вот общаться. А, просто медленный. Так, ну... Поговори, только худшее, чтобы свободно перемещаться. Их называют терзателями. Так. Надо разобраться с терзателями, да. И с бабулькой. Хотя, может, она не очень старая, может, она просто потрепанная жизнью. Хотя, наверное, старая. I've spoken. Forgive me. По найдих в прибежище, значит, идем. Мне бы еще дорогу найти. Ой, блин, я Радекс забыла принять. Чувствую, у меня как-то радиация слишком сильно бьет. Захожу. Повторюсь, пишет скаут. Что думаешь про полярную броню морской пехоты? Если честно, я думаю, что она очень красивая. Прям правда. Но я все время хожу в сете брони и, ну, с... возможностью летать, поэтому... Так, а где? Мне сказали, что я в области цели, а найти я его не могу почему-то. Нашел? Спасибо, Виктор. Так. Это место, кстати, на заставке в игре. Прям вот когда включаешь ее. Спасибо. У этого есть тоже, да? Который в ванной. Иногда бывает, да? Да, у нас тут, конечно... стильный... в команде человек. А, не, нормально, просто я говорю, что он стильно одет. Так... Да что ж такое, я только пришла, его уже уничтожили. Да. Так, ну что, где может быть... в принципе, мне кажется, можно поговорить сейчас с Данилой. Хуже-то не будет, правильно? Так. Миссию я все равно завершать не буду, пока все не найдем. Я вообще-то иду, вот пришла к нему, говорю. Ты побегал бы в чем? В броне морской пехоты? Ой, полярный... в броне морской пехоты? Так, ну пошли. Не, мне кажется, она, ну... может попробовать как-то сет создать, в принципе. И посмотреть. Да? Подожди. Как все? 4 из 5. Там...
Включаем органную музыку. Так, Да, я пока с ним поболтаю. Сейчас, чтобы нас тут, нам тут никто не мешал. Убирается тут. Так. Если еще не слишком поздно, уходи от фанатиков. Давай, пока. Блин, нравится мне эта музыка. Здесь, на самом деле, ну, интересная достаточно миссия. Вот это вот мне прям нравится. Мне хочется сейчас еще проверить. Я почти уверена, что вот в самом конце новички-фанатики нападают. В них, по-моему, есть ошейники. Но мы уже их все нашли, поэтому, блин. Это ты нашел? А, ну да, да. А где это место-то? Помните бы. Да, вот здесь вот фонарь этот еще. Вот в этом. В укрытии Пуловский. Его надо открыть и достать. Ой. Все-таки не очень, да, действительно, я люблю эту локацию. Ой, а мы уже отпустили их? А как? А когда их? Я думала их... Да, здорово, молодец. Ой, я не одна такая бегаю, еще одна девочка уже в костюмчике бегает. Так, пока нет доступа. Вот сейчас вот до финала здесь надо побегать.
Storm's heavy. Most people won't survive the night. Save them if you want, but you should get to the vertebrate as soon as possible. Так, я сначала отдаю бабушке все, чтобы нас тут метки не путали. What can I do for you, sweetheart? The names on these collars. I truly, what a blessing. Everyone has it inside. Я в панике. Так, спасаем всех выживших. Конечно, сложно понять, кто куда бежит. Я постараюсь. Да я, в общем, стараюсь изо всех сил, ну, вроде, в принципе, в нужном направлении бегу. Но тут еще бежать дофига. Как вы все раньше меня прибежали? Ну что, take it, you're heading back. I'm sure the survivors. If you come back, I'll be glad to work with you again. If not, that's probably best for you. Safe travels. Хорошо. Так, все взяли новое нужное оружие. You ready to get airborne? Hop in and I'll fire her up. Все. Время жалко, не засекли. Ну, вроде прошли. Так, 10 марок получила. Ужасно довольна. Так, подытожим. Ежедневки выполнены. Еженедельки, но пусть будут еще. Надо же что-то делать. Убить существо, не снимая костюма, наверное, надо мне. Обратно платьишко одеть. Совсем не по погоде, но зато красиво. И я думаю, что на этом будем стрим заканчивать. Спасибо, что смотрели. Так. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Да.